Друзья мои, всем огромный привет! Я очень рада вас видеть на моем канале Алиса Блэк. Сегодня будет видео о моих парфюмерных новинках, очень удачных парфюмерных новинках. Вообще будет, наверное, сегодня много охов-ахов, восторгов, потому что эмоции мои еще не остыли. Мне вот прям не терпелось на кого-то выплеснуть все свои эмоции, рассказать поподробнее. Хотя это не первые новинки, то есть до этого ко мне приезжали еще два аромата, вот буквально неделю назад и две недели назад. Они тоже были удачные, но я хочу подождать еще одну посылочку. Едут два аромата, один заказанный вслепую, один осознанная моя покупка. И я хочу их показать в другой части. А это видео, оно будет посвящено моему очень удачному заказу с сайта Рандеву. Причем здесь тоже две слепые покупки. И здесь вообще получилась такая история, когда вот вы получаете заветный флакончик, который вы выбирали где-то по отзывам, где-то по пирамиде. Где-то интуиция сработала, и вот вы его открываете, да, вслепую заказанный флакон, делаете первый пшик и выдыхаете. Вот это вот облегчение, что да, это то, что ты хотел. А здесь у меня даже получилось, что аромат превзошел все ожидания, то есть он оказался даже лучше, чем я ожидала, чем я думала. Поэтому, наверное, у меня и такие эмоции. А про одну новинку, которая сюда не войдет, кстати, я уже выкладывала на своем дзен-канале. Сейчас буду делать такие эксклюзивные ролики, которые не будут попадать на YouTube. В общем, это такой хитрый ход для того, чтобы вы также подписывались на мой дзен, так как мало ли что, пусть, как говорится, канал тоже там развивается. Поэтому, кому интересно послушать про мой новый аромат, посмотреть распаковку Serge Lutens, то welcome, ссылка в инфобоксике на мой канал дзен теперь всегда будет. Ну что ж, так как ароматы с Рандеву, напоминаю вам, что сейчас на сайте проходит большая осенняя распродажа, что блогеры мы всегда оставляем свежий промокод на скидку 10%, которая суммируется со всеми акциями и скидками на сайте. Также на Рандеву сейчас есть возможность оплачивать долями без процентов и переплат. И все названия в оригинале, все ссылки на ароматы, все коды, вся полезная информация будет в инфобоксе. Заглядывайте. Несмотря на то, что все три аромата мне очень понравились, и они остаются в моем парфюмерном шкафчике, я все-таки решила для информативности, наверное, в этом видео сделать третье, второе и первое место. И третье место – это моя слепая покупка. Это Нарцисса Родригес Амбер Маск. Посмотрите, какой красивый зеркальный, медовый какой-то флакончик. На самом деле я хотела изначально себе приобрести хотелку, которую я знаю, мне очень нравится этот парфюм. Это Маск Нуар Роуз с припиской. Обычный Маск Нуар у меня был, когда он только появился. Я соблазнилась тогда его купить за счет этой сливы, да и замши, сливы, в общем, я соблазнила. Но аромат настолько акварельный, пижамный, нежный, такой вот прям летящий, мне не хватало в нем насыщенности. И когда вышла вот эта новинка, я поняла, что вот, это то, что надо. Здесь добавили насыщенности, добавили очень красивые розы, сливы усилили, сделали ее сочной, яркой. Добавили красивой ванили, такой мягкой, пушистой. Аромат яркий, шлейфовый, как я люблю. Комплементарный, потому что вот уже сносила этот пробник. Аромат очень классный и нравится мужу. Он в одном духе с моим любимым Very Resistible Intense, снятый, снятый вариацией серии Very Resistible, то есть там тоже роза, слива, но здесь более сладостный аромат. Я уже давно караулю эту новинку на самом деле, которая уже не очень-то и новинка, и никак не хотят на нее сбавлять цены, вот нигде. В общем, я в очередной раз смотрю, что нифига нет никаких скидок, и решила посмотреть, что есть еще у Нарцисса Родригеса, и вижу вот такой красивый флакончик. Да, длинная предыстория получилась, но тем не менее. Вам наверняка это понравится, если вы любили Нарцисса Родригес, каким он был до красного кубика. Вот мне кажется, после красного кубика немножечко у него пошло ответвление в сторону более женственных, таких легких, каких-то пудровых, таких воздушных ароматов. А бренд я люблю, вы знаете, кто меня смотрит, я говорила, что Нарцисса Родригес один из моих любимых брендов, это один из любимых брендов мужа, на мне всегда получаю комплименты на любой парфюм, который ношу. И также, в принципе, я не боюсь слепую заказывать этот бренд, потому что что-то меньше, что-то больше, но мне всегда нравится. Но хочу обратить именно ваше внимание, что эта версия Amber Mask, она как раз-таки в духе кирпичиков
и кубиков. Если вам эти ароматы нравятся, если вы скучаете по тому самому Нарцисса Родригес, то этот аромат, скорее всего, вам понравится. Почему же я ему дала третье место? Только потому, что он мне напоминает два аромата, которые у меня есть, которые я люблю. Но в данном случае для меня это совершенно не минус. Я не скажу, что это прям очень похоже, что это прям клон, но просто когда вот наносишь, сразу вспоминаю два, да, своих любимчика, которые есть у меня. И я рада, что теперь есть вот такая вот интересная совмещенная у меня версия. Итак, чем же он пахнет? Когда я первый раз нанесла на себя этот аромат на улице, на детской площадке, первое, что я сказала, это мед. Причем мед в духе Gucci by Gucci. В частности, этот парфюм мне и напоминает он на старте. Gucci by Gucci обожаю. Снятый, красивый, шикарный люкс. К сожалению, сейчас дорого стоящий и редкий, редко где его можно встретить. Именно версия парфюмерная вода у меня. Аромат, который, считаю, вышел не в свое время, поэтому был недооценен. Очень красивый, с нишевым звучанием. Поэтому пункт номер два. Кто скучает по Gucci by Gucci, присмотритесь к этой версии, которая сейчас еще стоит адекватно, вполне дешевле, чем вот эта новинка, например. И можно еще купить, да, свободно продается. Вот здесь точно такой же мед, который не особо сладкий, он больше терпкий, темный, густой, немножечко с горчинкой. И в сочетании с потрясающими пачули, такими же, как Gucci by Gucci, они такие с зеленцой и холодком, минорные, осенние, грустные, но безумно красивые. Конечно же, я пошла смотреть себя, проверять, есть там мед или нет. Увидела, что Фрагрантика не заявляет, что здесь есть мед, но когда я пошла читать официальное представление аромата, официальный релиз, то там как раз таки заявлен мед в описании, так что моя чуйка меня не подвела. Также здесь есть такие ноты, как ладан, как ут, как кожа. Но хочу сразу успокоить тех, кто боится этих нот, потому что здесь их практически не слышно, но может быть только ладан. Ладан здесь тоже дает глубину древесных оттенков, глубоких оттенков, таких загадочных, минорных. И на Лёше тоже протестировала, он сразу сказал красивый унисекс, ладан тоже сразу сказал, деревяшки, мед, немножечко как будто говорит пряности есть. И сказал, что я буду носить, мне нравится. Ну, где-то, наверное, через пару часов он меня позвал в комнату, сунул мне свою руку и говорит: нет, смотри, он стал абсолютно женским. И здесь я перехожу ко второй части, это его раскрытие, и вот в своем раскрытии он напоминает розы, вот этот бледно-розовый кубик своими такими горьковато припудренными минорными цветочными нотами. Также в раскрытии чувствуется капелька ванили, и еще могу отметить, что на улице и дома он звучит по-разному. Вот в помещении в тепле он быстрее раскрывается, он становится чуть слаще и мягче. То есть вот эта вот минорность и грусть у него уходит в тепле. Поэтому я думаю, что, например, в теплом климате, в другой сезон он, наверное, будет звучать совершенно иначе, не так грустно. Так что я безумно довольна. По показателям аромат еще не отстаивала, но часов 5-6 точно на коже слышу прекрасно. Он не супер-пупер какой-то шлейфовый, но, наверное, в радиусе метра где-то так. Второе место я отдаю аромату из вишлиста. Это Джульетта с пистолетом. Аромат называется White Spirit. И в мой вишлист он попал, когда я знакомилась с брендом через коробочку Aroma Box. Я говорила, что мне очень удобно именно вот такую тематику выбирать. Прям ты можешь что-то для себя интересное найти, либо вот полностью, да, отсеять этот бренд и не тратить на него время. И тогда в очередной раз я поняла, что обычная линейка Джульетты — это не моя тема. Вот не ёкает. И потом летом я даже тестировала новинки, которые видела в «Золотом яблоке», поездки, и тоже мне не зашло, но тогда вот из более дорогой версии мне понравился, из более дорогих ароматов, мне понравился вот этот White Spirit. Но я хочу вас сразу предупредить, что на этот парфюм очень много негативных отзывов, которыми я не согласна, то есть я читаю, для меня это как будто совершенно про другой аромат. Возможно, за счет того, что здесь очень много мускуса и есть такие цветы, на которые не на всех садятся, это жасмин и тубероза, ну то есть такое, знаете, не очень носибельная комбо для некоторых людей, то есть это те ноты, которые нужно обязательно смотреть, как они сядут на вас. Я здесь слышу только красоту, я
здесь слышу красивые, белые, свежие, звонкие, нежные цветы, которые уходят в кремовость. Также я здесь слышу теплый, такой пушистый, красивый мускус, который дает аромат интимности и, на мой взгляд, сексуальности. У меня на самом деле в шкафчике не так много ароматов, которые я могу сказать, вот этот аромат прям секси, да? Но вот это теперь один из них. Причем здесь сексуальность совершенно не агрессивная, не BDSM, это не роковые какие-то, да, черно-красные оттенки, что-то страстное. Нет, это совсем другая тема. Это белое кружевное белье, это первая брачная ночь. Это аромат, который, вопреки тому, что я брюнетка, но у меня ассоциируется больше с блондинками, у которых очень приятные мягкие черты лица. То есть это вот такая очень мягкая, светлая сексуальность, очень мягкая женственность. Но здесь есть еще такой нюанс, что им можно легко переборщить, поэтому не больше полтора пшика на вытянутой руке, чтобы вот прям капельки такие легкие, воздушные осели на волосах или на коже, и тогда это будет очень красиво. Это будет стойко, это будет нежно-шлейфово. Мускусами я дружу, то есть моя кожа их не усиливает, никогда практически не выдает каких-то неприятных, да, метаморфоз, поэтому к мускусам я отношусь спокойно, они причесанные, они послушные и без выпендрежа на моей коже, поэтому здесь для меня мускус очень нежный, пушистый, но теплый. Это не белый мускус, который дает глажку, который дает немножко такой какой-то скрипучести, интересный аромат, здесь совсем другая тема. Еще я здесь слышу в базе деревяшечку, немножечко такую крепкую, и легкую сладость. Может, это дает амбра, а может быть, цветы немножко заслащиваются. Прекрасный аромат. Буду с огромным удовольствием носить и сейчас в более прохладную погоду. Думаю, и весной будет прекрасно звучать. Главное, что здесь нужно соблюдать дозировку. И первое, абсолютно заслуженное место, я даю мои покупки вслепую, это Virtus Ambra Elixir. Я наткнулась сначала на пирамиду. То есть пирамида — это прям идеально. Вот прям смотришь, это идеально. А начала читать, да, отзывы. Потом решила перестраховаться, спросила у себя в Telegram у девчонок, что вообще думают по поводу бренда, на что стоит обратить внимание. Пару там рекомендаций было именно этого аромата. И да, заслуженное первое место, потому что превзошел все мои ожидания и представления. Это идеально. Причем идеально как на мужской коже, так и на женской коже. Ну, могу говорить, конечно, в рамках своей семьи, когда на мужа нанесла, я даже немножко позавидовала, потому что мне кажется, что на горячей коже это выигрышнее звучит. Мужчины, обратите внимание, просто протестируйте хотя бы этот аромат. Это отвал башки. Я просто стояла с открытым ртом, насколько это шикарно с мужской кожи. А на моей коже это вполне даже женственно звучит, на удивление. Ну, давайте не буду томить, о чем этот парфюм. Прежде всего, для меня это красивущий алкоголь, ром. И невероятные сухофрукты. Причем сухофрукты, они не такие вот вяленые уже, сморщенные. Иногда они аромату дают еще копченую какую-то такую дымную нотку. Здесь этого я вообще не слышу. Для меня здесь сухофрукты, они такие недоделанные как будто. То есть когда вот эти абрикосики, сливу, виноград только разложили. И вот только-только солнышко их немножко припекло, то есть такой, знаете, первый этап превращения спелых вот этих, да, кусочков, спелых долек в сухофрукты, то здесь есть для меня сочность, есть для меня свежинка. Остальные ноты, если вы посмотрите, пирамида достаточно большая, остальные ноты, они уже окружают, дополняют, привносят, да, какие-то свои такие легкие штрихи вот в это комбо сухофрукты и ром. Ну, по крайней мере, я так слышу этот аромат. Здесь есть немножечко специй, да, перчика. Здесь есть и какая-то такая резкая горчинка. Возможно, это полынь. Здесь однозначно я слышу трио шафран, деревяшки, амбра. Вот это трио я слышу в Ламар и в Бриллианты на небесах HFC. На мой взгляд, сочетание вот этих трех нот всегда аромату дают какой-то нарядности,
глубины и сложности в хорошем понимании этого слова. Поэтому получилось просто идеально, да еще и с потрясающими показателями. Мне кажется, что вообще бренд, насколько я знаю, славится своей стойкостью, яркостью и громкостью. Поэтому я думаю, что когда он постоит с дороги, его показатели еще увеличатся. Но сейчас это вот по всем показателям пятерка. Кстати, кто-то меня спрашивал, похож ли этот аромат на Angel Share. Киллиан для меня не похож. Возможно, он похож на Apple Brandy, его сравнивают с Apple Brandy, но Apple Brandy я когда тестировала, я говорила, что мне девушка-консультант, она как-то издалека нанесла, и я практически ничего не поняла. Я очень довольна, и знаете, вот эта удачная покупка, наверное, меня сподвигла на то, чтобы познакомиться с этим брендом поосновательнее. Поэтому, опять же, если есть что порекомендовать, пишите, я смогу это у нас в городе потестить, я знаю, где стоят флакончики. А так вот искренне, очень искренне вам рекомендую и мужчинам, и девушкам, если вы ищете алкогольно-сухофруктные красивые ароматы, присмотритесь. Я, кстати, хотела себе обновлять кашмир Френ Бакле, потому что он для меня, опять же, на тему алкоголя, только он более сахарный, то есть там сахар для меня коричневый, который залили алкоголем и на сковороде разогревают, он прям горячительный. Тоже в свое время, по-моему, я его заказывала слепую, и он на меня произвел такое хорошее впечатление с первых нот, но теперь я его не буду заказывать, потому что вот это для меня гораздо красивее, гораздо интереснее и лучше. В общем, это на голову, а то и на две для меня на тему алкоголя, сухофруктов, пряностей, специй лучше. Наверное, на этом уже пора закругляться, иначе получается как-то слишком длинно. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, если знаете какой-то из этих ароматов. С вами была Карина. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!